Слушай, Филиппины – это, конечно, великолепно, но тратить такие безумные деньги на путевку я не хочу. Серьезный аргумент. Может, Бали? Отличное сочетание активного отдыха, искусства и культуры. Ну, может, в этой точке света возможен компромисс у следователей с профессором истории. Возможно. Храм и Пуралампуянга точно этого стоят. Класс. Все, девушка, мы едем на Бали. И главное, с преступностью. Ну, с преступностью не переживай. Пусть они сами разбираются. Видишь? Выключен. Все, все. Нет повода для волнения. 1-1. Да. Александру. Конечно, сейчас. Пока 1-0. Да. Ну, у вас ограбление, а у меня отпуск первый за 5 лет. Золотая парочка. Я просто узнаю, что там. Извините, девушка, похоже, Бали отменяется. Хорошо, я сейчас приеду. Саша, у тебя отпуск в кои-то веки. Слушай, это же не просто мелкие жулики, это золотая парочка, самые ловкие воры, самые известные, неуловимые. За ними полиция уже больше года гоняется, никак не поймает. Их лица даже никто не видит. Да это уже тебя уже почти не вижу. Ага. Вообще, они воруют известные старинные камни. Можно сказать, тоже историки, поэтому меня к ним тянет, а? Я, наверное, кого-нибудь ограблю. Или убью, и тебя, наконец, потянет ко мне. И туда, и обратно. Ладно, езжай уже к своей парочке. Чисто сработано. Ни одной зацепки, как всегда. Борис Михайлович! Привет, Саша. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что? Все тоже, опять ничего. Иди. Опять усыпили газом, но в этот раз через вентиляцию. Когда все вырубились, невесты сняли колье с изумрудом. Стоимость пока уточняется, но думаю, что будет ценник на миллионы. Понятно. А на камерах что, смотрели? Ну, видео еще скачивается. Да, кстати. Охранник крепкий мужик оказался, очень быстро пришел в себя и вызвал наряд. Утверждает, что слышал, как эти двое между собой переговаривались. Так у нас есть свидетель, первый за все похождения парочки, и вы молчите. Пойдемте. Ну, идем, поговоришь с ним. Это же очень хорошо. Юра? Да, это я, Валентина Петровна. Я крем для загара купила, но нужно еще молочко, а то обгорит еще, не дай бог. Это вряд ли. Теплый край отменяется, а в наших краях вряд ли загоришь. Как отменяются? Что случилось? Ограбление, как всегда. Господи. И что сейчас делать? Как что? Надо срочно ловить преступника. А как поймают, опять что-нибудь случится. Сяваться. И в работе, и по характеру. Я же за всю жизнь с ним ни разу так никуда и не съездила. Как, вы с полмира объехали? Ну... Это за последние 15 лет, когда Лёшка погиб. Не-не-не, такие планы меня не устраивают, надо что-то менять. Ну так меняй. Может быть, если поженитесь, ребенок появится, она хоть как-то остепенится. Ты-то сам что тянешь? Да я все как-то хочу получше обдумать, но вот чем больше думаю, тем больше понимаю, что она не поменяется.
Я очень надеялся в отпуске с ней серьезно поговорить, обсудить, какие у нас перспективы. Не тяни. Ведь состаритесь оба. Как весь этот хлам. Валентина Петровна, это исторический реликвий. Ой, перестань ты! Попробуйте все-таки еще хоть что-нибудь вспомнить. А точно это вороны были, не сороки, не воробьи. Ворону, говорит. Мужик говорит, ворону соленую завтра съедим. А баба говорит, каннибал. 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 А че, каннибалы ворон едят? Саш, я тебе говорю, это обыкновенный глюк. Ну, надышался человек газом, что ты хочешь? Фу. Каннибал, каннибал. Каннибал был точно, каннибал. Ворону каннибал. Да. Саша, я тебя очень прошу, пожалуйста, езжай домой. В кои-то веки в отпуск собралась, и на тебе, закопалась тут. Мужа бы пожалела, золотой он у тебя. Я бы на его месте давно с тобой развелся. Ну, прежде чем развестись, пожениться надо сначала. Не понял. Я уж думал, что вы уж давно. Нет. Юра у меня человек обстоятельный. Пока все мои плюсы и минусы не взвесит, не решится. Ничего себе. Открываю? Давай. Опа. А вот это вызов. Раньше золотая парочка так не наглела. Ну да. Как вы думаете, что это может значить? Пока не очень понимаю. Ух. Добрый день, коллеги. Мы из Федеральной службы безопасности. Да мы уж поняли. Тамбовский волк тебе, коллега. Чем обязаны? Дело переходит под нашу юрисдикцию. Вы свободны. Пожалуйста, освободите помещение. Как это освободить? У нас первичный осмотр. Старший оперуполномоченный Андрей, вы, пожалуйста, выполняйте приказ. Извините. Сашенька, солнышко, ну, пожалуйста, ну, езжай ты в свой отпуск. Это хорошо, что федералы приехали. Борис Михайлович. Висяк, понимаешь? Это же чистый висяк. Давай, пока. Блинчики на ночь? Ну, не совсем. Это попытка сделать мартабаки. Балийские блины с начинкой. Раз не получилось попробовать в оригинале. Угу. Ну, в блинах я не вижу ничего экзотического. Вот соленые вороны, это да. Снятся тут некоторым. Мне так и не удалось попробовать их, когда я работал в Калининграде. Это старинное куршское блюдо бедных рыбаков. Зимой залив замерзал, рыбалка останавливалась. Овощи на песке не растут. Ну, вот они с осени начинали лов ворон. Потом засаливали их, как сельдь в бочках. То есть реально есть такое блюдо? Да, в калининградских ресторанах до сих пор подают как фирменное. Нёрингштаубен, голубь куршской косы. Саш, нам надо серьезно поговорить. Калининград, значит, ну-ну. Ну-ну, Юрий, говорите, говорите. Слушай, Юра, зачем нам целых 12 часов лететь до Бали, когда... Можно меньше двух до Калининграда, а? Можем прогуляться вдоль моря, там есть на что посмотреть. Вариант? То есть я иду собирать чемоданы? Хороший город, старинный. Yes! Еще один рецептик нашел? Нет, зато вижу, ты нашла кое-что интересное. Загадочный каннибал оказался туристической фирмой «Калибалт». Я так понял, в Калининград мы не то чтобы отдыхать едем. Ну, я, конечно, понимала, что ты догадаешься, но что так скоро? Ну, живешь со следователем. Этот «Калибалт» устраивает экскурсию в музей янтаря, куда удивительное совпадение. В эти выходные на международную выставку привозят редчайший голубой доминиканский янтарь. Просто гений дедукции. А так как на выставку пускают только организованные туристические группы, золотая парочка могла заказать экскурсию в Калибалте. Ты решила, что это твой шанс? А ты считаешь, что у меня шансов ноль?
Саш, я считаю, что делать из меня идиота как-то не очень хорошо. Юра, я просто еще не успела тебе рассказать. Понимаешь, скорее всего, это последний шанс поймать эту парочку. Мой шанс, Юр. У Калибал-то всего одна экскурсия на этих выходных. У парочки наверняка это заключительные гастроли. Из Калининграда они, скорее всего, возьмут морской тур в Европу и все, адью. Адью, Саш. Да какая разница, Юра? Никто никогда не мог их поймать. А я возьму и сделаю это. Ну и что, ты теперь со мной никуда не поедешь? Конечно, я с тобой поеду. Вдруг там с тобой что-нибудь случится. Но когда вернемся, надо обязательно что-то решать. Что решать? В каком смысле? А в прямом. Надо нам это все или нет? Ты сомневаешься? Конечно, надо! Конечно, надо! Так, сейчас в отель, потом сразу обзорная экскурсия. Не обзорная, а позорная. Краткий пересказ 800-летней истории города от выпускника двухнедельных курсов. Юрий Веснов. Все ясно, Юра Веснов. Закройте рот. Ну, прости, голова другим забита. Ты же знаешь, я люблю твои рассказы. Просто сейчас, когда я иду по следу, без группы, совсем одна. Ну, почему одна, а я? А ты что, готов быть моим напарником? Ну, тогда вообще другое дело. Рассказываю. Борис Михайлович рассказал федералам про соленых ворон, про Калибалт, но они считают это полным бредом, фантазией, поэтому у нас нет толком никакой информации. Ни списка туристов с паспортными данными, ни контактов организаторов выставки. Короче, остается надеяться только на мою интуицию. Ну и на мой здравый смысл. В рыбную деревню. Красиво. Смотри, какие смешные. Ну чего-то неудобно. Господа туристы, не проходите мимо, войдите в историю. В рыбную деревню направляетесь. Да, как вы догадались. Начало всех путей. Дагерротип на память не желаете? Дагерротип? Никаких пикселей, чистая душа. Ну, давайте. Ну как? Ну, вполне органично. Так, позвольте сохранить. Ну давай, давай. Этот исторический момент для ваших детей. Да, что такой же потаскивал. Так, так, так. Так. Надо побывать в танцующем лесу. Там есть одно дерево с кольцом. Надо просунуть голову и загадать желание. Одно на двоих. Сделаем. Да, умели раньше делать. 5 минут. Нет, 10, и все будет готово. Извините, у нас нет времени, мы спешим. Ну, в любом случае, когда достанете, не выбрасывайте. На обратном пути заберем. Конечно, конечно. До свидания. До свидания. И желание одно на двоих. Не забудьте. Ну, одно на двоих, это вряд ли получится. Добрый день. Вы, наверное, группу ищете? Да, вы тоже? Не совсем, я ее собрать пытаюсь. Павел, я ваш гид. Очень приятно. Александра, Юрий.
Отлично. А у нас сейчас как раз ланч. Проходите. Традиционная кенигсбергская кухня. Вот сейчас все заодно познакомимся и уже тогда начнем экскурсию. А соленые вороны будут? Подготовились? Так, почитали немного. Будут, конечно, позже на Курской косе. А сейчас у нас можно попробовать мурхуншен, хопель-попель и шмантунглумзе на десерт. Название язык сломаешь, зато попробуешь и язык проглотишь. А что это все? Хопель-попель — это типа гоголь-моголь. Шмантунглумзе — это творожный упрямец, десерт из творога и сливок. А мурхуншен — это в переводе болотная собачка. Молодой копченый сыр с тмином и лук. Но вообще-то двухлетняя выдержка — это уже вполне зрелый сыр, ну хотя с творожной текстурой. А хопель-попель — это минимум 5 в одном. Это десерт из сливок и желтка, это напиток с теми же ингредиентами и ромом. Это горячее блюдо из картофеля. А также имя главного героя книги Ханса Фаллада «Хопель-попель, где ты есть». Вы ресторатор? Нет, Юрий. Историк, а я психолог. Понятно. То есть вы все мои экскурсии будете вот так вот комментировать? Не переживайте, пойдем пробовать это все голодное. И давно ты у нас психолог? Пару минут. А кем я должна была назваться? Историком? Дорогие гости, пожалуйста, отвлекитесь от своих упрямцев и собачек. Я предлагаю всем сейчас познакомиться. То есть мы сейчас пойдем все по кругу, вы представитесь и скажете, чего вы ожидаете от нашей поездки. Я прошу вас. Меня зовут Виолетта фон Гиппель. Я приехал из Гамбург. Мои корни здесь, Кенигсберг. Хотел получить незабываемый, романтический впечатление. Евгений, бизнесмен из Тюмени. Очень люблю путешествовать. Ценю комфорт и безопасность. А теперь вы. Вон, смотри. Ой, не надо, не надо. Сидите, сидите. Галина, Северодвинск. Я приехала в город посмотреть, а не себя показать. Извините. Всем привет. Мы Алена, Игорь. Мы пара из Москвы. Я педагог, Игорь психолог. И эта поездка... подарок на годовщину нашего знакомства. Я буду счастлив, если моей Алене все понравится. Может быть, вы передадите слово вашей коллеге, а вот Александр у нас тоже психолог. Правда? Да. Как интересно. А я Игорь Владимирович Марин, специалист в области суггестивной психотерапии. А вы в какой области? Мы тоже пара. Да. Я Александра, это Юрий, мы тоже из очень Москвы. Приятно. Да. А мы очень любим экзотическую кухню, поэтому, собственно, мы здесь. И практически все съели. Ну и отлично. Впереди нас ждет знакомство с городом. Нам предстоит большая поездка, кульминацией которой станет посещение международной выставки в музее Янтаря. Я прошу вас всех, не задерживайтесь. Через полчаса я всех жду у автобуса. Я вот тут вот план накидал. Давайте просто ему следовать. Всем оставаться на местах, это направление! Простите, пожалуйста, это он так шутит. Специфическое чувство юмора. Вы в спецназе не служили случайно? С детства спортом занималась. Пригодилось. Я прошу вас, сядьте вот сюда вот и сделайте вид, что вас нет. Хорошо? Вы, кстати, молодец. Правильно вы его. А у вас, между прочим, с безопасностью не все в порядке. Ну, вообще, Калининград очень тихий, спокойный город. Угу. Просто вот приезжие шалят. Я вообще-то местный. Вы меня извините, пожалуйста, я думал, реально смешно будет. Если не прекратишь, я в Питер уеду. Ну, не дуйся, Наташ. За чрезмерной эпатажностью можно скрываться так же, как за маской серой мышки. Скажите, пожалуйста, вы как себя чувствуете? Я... да, в порядке. Вот скажи, зачем она поехала в эту экскурсию, если в первом же музее может начать рожать? Здесь, на острове Кнайпхов, Калининград исчезает. И мы попадаем в город-призрак Кёнигсберг.
А кафедральный собор является живым подтверждением того, что этот город когда-то существовал. Подходите поближе. Перед вами могила великого философа... Господи, что за чушь он несет? Невозможно слушать. Я думаю, вы все о нем что-нибудь дослышали. Он представил... Обрати внимание, Костя с Наташей гораздо больше подходят под твой портрет преступника, чем Игорь с Аленой. Не, не стала бы золотая парочка так привлекать к себе внимание. Не привлекать, а наоборот отвлекать. Их же всерьез никто теперь не воспринимает. А Игорь с Аленой? Просто голубки. Идеальная пара, не то что... Ты посмотри, какие своды, а? Сипишь на весь остров, все услышат. До Интерного музея еще далеко, надо всех проверить. Возьми на себя немку. У тебя же немецкий свободный. Не совсем, скорее продвинутый. По крайней мере, лучше, чем мой никакой. Может, даже, чем ее русский. Да? А вот это было бы интересно проверить. Вот иди и проверь, а я продолжу следить за твоими голубками. Нам бы так, нашел кому завидовать. А сейчас у вас есть полчаса, чтобы самостоятельно погулять, сделать фото на память. Если вдруг нужна какая-нибудь помощь, обращайтесь, буду только рад. Вот, хорошо? Правда? Пойдем туда. Прости, прости. Прости, дурак. Прости, прости, прости. Совсем. Прости, Наташа. Ума нет. Это очень хорошо. Вау! Такая высота. Ты букашка. Букашка я. Ты высокий. Послушай, мы должны это обсуждать при всех. Ну, хватит. Ты помнишь, что мы договаривались с тобой. Игорь, мне это все надоело. Все. Понимаю. Мне надоела двойная жизнь. Мы постоянно прячемся, скрываем. Все. Хотите, я вас сфотографирую? А, да, если можно. На фоне собора, да? Спасибо. Да не за что. Я, конечно, понимаю вас. Трудно удивить, у вас парень историк, но... Ну, может, вы все-таки не в курсе, что Кан был 157 сантиметров роста? Да вы что? Такой маленький. 157? Да. Это же очень мало. Ну, такой вот. Спасибо, классно получилось. Просто зафиксировал реальность. А где все? Наверное, в собор пошли. Я, пожалуй, тоже пойду. Смотри. Я тебе еще раз повторяю. Если ты не можешь расставить все точки над «и», я могу уйти сама. Алена, я прошу тебя, потерпи. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Игорь, я устала. Я устала от этой гонки за адреналином. Малышка, малышка, пожалуйста. Давай не делать глупости, хорошо? Иди сюда. Обещайте. Саш, вот ты где. А я тебе обыскался. Здесь красиво. Да, очень. Ты их спугнул. Еще чуть-чуть, они бы сказали самое главное. А, то есть ты хочешь сказать, что они тут исповедовались, а ты их подслушивал? Я хочу сказать, что они тут обсуждали свои планы. Если б не ты, почему ты вообще тут, а не следишь за Виолеттой? Потому что мне зачем следить, никакая она не грабительница, поверь мне. Как психолог психологу говорю. Она слишком любопытна, слишком болтлива, и как бы это помягче сказать, она слишком тактильна. А, даже так? Да. Ну, в таком случае она нам больше не интересна. Давай отрабатывать наших главных подозреваемых. На следующей экскурсии, пожалуйста, попробуй как-то отвлечь Игоря. А я постараюсь, не знаю, развести на разговор откровенную Алену, ладно? Пойдем. Хорошо. Друзья, ну поспешите занять свои места. Раньше сядем, раньше выйдем. Следующая остановка – легендарный 11-й форт Дёнхов. Единственное полностью уцелевшее фортовое сооружение 19 века. Не понимаю, что это было. Где? Все в правом кармане. Ein Fichtenbaum steht einsam in Norden auf Kaller Höhe in Schleffert. Отличный текст. Жаль, что я только понимаю. Ахтунг, Ахтунг. Это Генрих Гейне. Одно из самых известных стихотворений об одиночестве и ожидании любви. Кстати, ты его в школе наизусть учила? Я в школе английский изучала.
По мотивам написана «Сосна» Лермонтова. На севере диком стоит одиноко. И этот человек ревнует меня к работе. Стоп. Ты сама меня к ней представила. Да, но я не просила тебя отдавать ей полный. Я не давал, я просто пытался ее разговорить. Я читал стихи на немецком, спросил, замужем ли она. Что я не так сделал? Ничего. Ребят, ну все, автобус отходит уже. Давайте быстрее. Так поедем. Итак, мы на пути в Форт Денхоф. Чувствую себя теперь полным идиотом. Вот как теперь объяснить женщине, что я ничего такого не имел в виду и при этом не обидеть? Денхоф сохранился лучше всех остальных фортов. Почему сохранился? Да потому что во многих фортах... Что это? Карта подвигов золотой парочки. А это расписание тренингов Игоря. Видишь Казань? Ровно в это же время там произошло ограбление. Я сейчас попрошу Бориса Михайловича максимально пробить Игоря и выяснить все, что только возможно, его перемещение за этот год. И все. Зачем мне напарник, который не верит в успех? Поверю. Когда получим и проанализируем информацию. Меня сейчас больше волнует, как мне отжить Виолетту. Ну, студенток своих ты же как-то отшиваешь. Или нет? Вот, пожалуйста, угощение из настоящей военно-полевой кухни. Вообще, в форте Денхоф регулярно проходят военно-патриотические мероприятия. А можно вблизи посмотреть? Нет, там сейчас репетиция, само сражение через неделю. Ты что, трусиха, все же закончилось еще в 45. Ты не забыл, что обещал Игоря отвлекать? Кстати, есть версия, что именно на территории 11-го форта может быть спрятана янтарная комната. А, я что-то читал об этом. Да? Вы тоже? А вы? И говорят, что она может быть похоронена на дне оборонительного рва. Может, глянем? Ну, давайте. Говорят, на удачу. Я с вами. Да, вообще, с фортом связано очень много легенд. Но, конечно, самое основное – это насчет янтарной комнаты. До сих пор не могут ее найти. А вы ничего не измените. Просто примите как данность. Или не принимайте вовсе. Мужчины не меняются. Почему вы? Да, вашим Юрием. Я что, не вижу, как он возле этой немки крутится. Ну, а не будет немки, появится другая. Да, вы откуда знаете? Вы же с Игорем просто идеальная парочка. Это только со стороны. Тут важно принять решение. Эти отношения, которые построены на лжи и постоянных тайнах, они тоже затягивают, и выпутаться почти невозможно. Дальше только хуже. Давай на ты, ладно? Вообще, этот форт только недавно открыли для туристов. Раньше это был закрытый объект Минобороны. Да тут и сейчас смотреть-то нечего. Пожалуйста, не перебивай. Юрий владеет историческим материалом не хуже наш гид. Спасибо за столь высокую оценку. А, слушайте, давайте пойдем уже в автобус. Не хватало, чтобы мы грохнулись еще. Может быть, еще вниз заглянем? Нет, спасибо. Я пойду, пожалуйста. Спасибо. Если вы хотите смотреть вниз, вот вам моя рука. Нет, нет, спасибо. Я что-то делаю не так. Нет, что вы. Просто как-то некрасиво мужчине в момент опасности держаться за женщину. Ты настоящий мужчина. Черт! Помогите! В нормальных партнерских отношениях норма – это умение договариваться на берегу. Понимаешь? То есть, если ты чего-то боишься или что-то противоречит твоим принципам, просто нет и все. Пытаюсь это сказать, но он как будто не слышит. И постоянно нужно еще напрячься. Я этого не хочу.
если зайти с другой стороны. Ты же говоришь ему не о том, чего ты не хочешь, а о том, чего хочешь взамен, так? Да, я предлагаю варианты, но это... Ну, послушайте, это какое-то шарлатанство. Вы дилетант. Игорь. Подожди. Вы дискредитируете психологию как науку. О чем я? Вы не имеете права консультировать вот так просто, между делом. Игорь, она не консультирует. Мы с Сашей, между прочим, просто разговаривали как подруги. И благодаря ее советам я, наконец, приняла решение. Все, я выхожу из игры. Подожди, я прошу тебя, но осталось совсем чуть-чуть. Правда, что ты делаешь? Отпустите, я сказала. Мы сами разберемся, хорошо? Юрий упал. Как упал? Откуда? Юрий! Где? Давайте поможем. Что? Что случилось с вами? Юра! Живой? Зачем тебя туда понесло? Руки. Руки, ноги. Осторожно. Целы? Головой не ударились? Доктора надо вызывать. Вызовите кто-то скорую. Вызвать доктор! Вызвать! Нет, нет, не надо никакого доктора. Все в порядке, я жив-здоров. Он не виноват, он меня спасал. Извините нас, пожалуйста, больше этого не повторится. Теперь мы от вас на шаг. Пойдем. Вам тяжело идти? Можете блокотниться на меня. Я благодарю вас, Виолетта. Все в порядке, но вышло недоразумение. Вы меня неправильно поняли. У меня есть невеста. А тогда зачем же вы? Павел, извините нас еще раз, пожалуйста. Пойдем, Вер. Ну? Вы тоже, кстати, извините перед Павлом. Он переживает эти. Это же больше, чем ты. Ерунду не говори. Все, проходите в автобус. Игорь с Аленой исчезли. Я надеюсь, с ними ничего не случилось. Думаешь, тоже стеканули куда-то? Слушайте, я начинаю волноваться. Кстати, а вы в курсе про белую даму? Нет, кто это? Хозяйка форта. Она бродит здесь, заманивает мужчин золотом. Горе тому, кто пришел сюда с подругой. Сначала она расправится с ним, а потом изведет всех мужчин в его роду. Немного у нее золота. Слышь, Наташа, езжай-ка в свой Питер. У нас тут девушки получше есть. В каждой уважающей себя стране есть своя легенда о белой даме. Во Франции такие барышни гуляют толпами. Самый известный блуждает по Чехии. Ее так и называют самый известный призрак Европы. Ну, вообще, конечно, так себе идейка гулять без проводника по форту. Пойду я поищу их, может быть, кто-то видел. Я вас очень прошу, ну не разбегайтесь. Слушай, я, честно говоря, за Алену больше переживаю. Ей-то белая дама точно ничего не сделает. Причем тут дама? Она сказала, что хочет завязать. Вдруг Игорь решит избавиться от своей ненадежной подельницы. Алена! Алена, прошу тебя, отзовись! Ну хватит делать глупости уже! Саша, я же просил вас ждать в автобусе. Алена! Я здесь! Алена! Идите, пожалуйста. А где Игорь? Он застрял в старом лифте для боеприпасов. Помогите! Здесь, здесь я, здесь! О, Игорь! Игорюша! Игорь! Ой, боже мой! Как вы сюда попали-то? Не знаю, я шел и... упал, вы откройте это. Помогите. Получилось. Возьмите фонарик. Сейчас. Давайте. Давай. Спасибо. Цел. Как я рад вас видеть. Друзья, давай. Держи плечо. Все, что? Что? Все, все. Спасибо. Я рад тебя видеть. Все хорошо. Все хорошо. Да, все хорошо. Точно. Все цело. Спасибо. Ну и что это за командировка такая, а? А вы, собственно, кто? Я его жена. Здрасте. Ну вот, как-то все само собой разрешилось. Не слушай. Не слушай ее. Я сейчас сам. Я сам все тебе объясню. Ну и что он вам там
обещал развестись? Она пациентка, я врач, я профессионал. Помолчи, это навязчивая идея у нее просто. Помолчи. Нет, он ничего такого не обещал. Потому что у вас биполярное расстройство, знаете? Нет, нет расстройства. Он вам все объяснит. А я благодаря Саше избавилась от своей навязчивой идеи. Нет, ну вы, конечно, молодец. Только мне это тоже не нужно больше. Спасибо. Это просто работа, дорогая, родная. Подожди. Позвони мне, мы разберемся, это неправильно. Дорогая, дорогая! Я вас у автобуса жду. Подходите. Ты молодец. Спасибо, Саша. Я поеду. Пока. Справедливость торжествовать. Хотел обмануть два женщин, иметь разбитое корыто. Вот тебе и голубки. Видимо, у них психотипы разные. Зато у нас с тобой прям один в один. Есть такая традиция. Кто первый занимает место в автобусе, тот получает домик с садом от меня лично. На старт, внимание, марш! А не обманете? У них жизнь. Сегодня купил новый набор открыток. Покажите ваша открытка. Что на ней? Дом какой-то. Кажется, она нашла новый объект. А если нет? Может быть, они как раз пары скрывают это для конспирации. И к тебе она клеилась, чтобы не заподозрил никто. Ну что заподозрили, Саш? Ну не выдумывай. Да, Борис Михайлович. Есть что, какая-то информация про Игоря? Нет, ничего страшного. Ладно, у меня к вам еще одна маленькая, огромная просьба. Мне нужна информация про Виолетту фон Гиппель. Это туристка из Гамбурга. Спасибо. Все, отдыхаю. Отдыхаю, Борис Михайлович. До свидания. Ну тогда и Евгения надо бы пробить. Начнем снимки. Это он! Это он! Это удивительно! Кто? Удивительно! Кто-кто? Наш дом! После войны этот дом принадлежал мой дед. Он был ювелир. Вообще-то это дом профессора Альберта Штински. Сейчас там библиотека. Наверное, я ошиблась. Просто очень похоже. Ребят, ну вы чего? Ну там стынет же уже все. Давайте быстрее ужинать и спать ложиться. Завтра опять очень сложный день. Ужинать, конечно, очень хорошо, а вот насчет отдыха. Лично у меня на тебя сегодня вечером очень большие планы. У меня на сегодняшний вечер тоже серьезные планы. Я хочу проникнуть в номер к Виолетте и осмотреть там все, что только можно. Мне нужна твоя помощь, я боюсь, как бы она не вернулась раньше времени. Задержи ее по максимуму, пожалуйста. Как? Это же у меня сама неправда придумала, что... Хорошо. Камерад, в телевизоре есть немецкий канал. Ну, я совсем не бум-бум. Вы мужчина. Вы умеете... Да-да-да. Да. Я сейчас только еще за ним десертом схожу. А вы в каком номере живете? 21. Блэкджек. А вы азартный. Минуточку, подождите. Да.
Фиолет, я могу с вами поговорить? А что же ваша невеста? Ее, по-моему, даже не было за ужин. Мне очень неудобно перед вами. Я могу как-нибудь загладить свою вину? Вы серьезно? Абсолютно. Пойдемте. У вас есть последний шанс. Что вы воровка. Вы-то как здесь оказались? Вообще-то я здесь живу. Как это? Где? Виолетта. А, вы к Виолетте хотели? Да, на ней много погремушек. Она попросила поменяться с ней номерами. Говорит, здесь вид лучше. Вы меня, конечно, извините, но я просто вынужден позвонить в полицию. Тогда уж сразу в Москву. Полковнику Зотову, это мой начальник. То есть вы не психолог? Старший оперуполномоченный капитан юстиции Андреева Александра Львовна. Понятно. И историк вам тоже при погонах, да? Нет, историк настоящий. Я прошу вас, не говорите никому ни слова, ладно? Вы за немкой следите? Она что, шпион? Юрий. Я? Es ist mir kalt. Vielleicht gehen wir in Hotel. Ja, natürlich. Ich friere auch. Sie sind ein Gentleman. Nein. Nein, Violetta, Entschuldigung. Да что же это такое-то, а? Все, с меня хватит. А, простите, Виолетта, а что происходит? Вот еще печеньки возьмите. На ужин все равно не успели. Спасибо. Я прошу, никто не должен ни о чем догадаться. Обижаете. Саша, а возьмите в напарники меня. Мы будем суперкомандой. Посмотрим. Новые улики? Никакая Виолетта фон Гибель границы России не пересекала. Клавдия. Клавдия Юрьевна меня зовут. Надейте, Клюкдя Курьевна. И много у вас детей? Много. 200 штук. Я же в школе училка немецкую работаю. Зануда, грымза и синий чулок. Вот. Теперь понятно, откуда у вас язык. Должен вам сказать, вы говорите практически без акцента. В детстве с родителями в Германии жила. Папа военный был. А потом переехали на север. Маленький городок за полярным кругом. Вы ведь даже себе не представляете, как там от тоски выть хочется. А я ведь даже кошку завести не могу. У меня аллергия. Я все равно не могу понять, а к чему вообще весь этот маскарад? А вдруг получилось бы? А что получилось бы? Да хоть что-нибудь.
немка, аристократка. Я же думала, у меня так больше шансов кого-то заинтересовать. Ну, а что потом? Да не будет никакого потом. В сказки я не верю. Зато хоть эти 2 дня другой жизни, они бы меня потом всю зиму бы грели. Вам не понять. Виолетта, ну, извините, Клавдия. Вот только не надо меня жалеть. Вы не говорите больше никому, ладно? Евгений. Он ведь, кажется, не против. Он понимает. Понимаю, понимаю. Насколько я понял, он тоже одинок. Вы думаете, у меня есть шанс? Мне вот кажется, что Костя с Наташей, они больше всего похожи на золотую парочку. Костя вообще же без башни. Интересно, куда он пошел? А, кстати, да, он же должен был к Виолетте идти. Ну, типа там, телевизор настраивать. Что, если они все-таки пара и просто делали вид? Не, я не уверен. Евгений заказывал 2 билета. Причем один из них на женское имя. Я не помню, какой, но надо уточнить. Приехал-то один. А если по его плану подельница присоединится к нему уже в самом музее янтаря? Надо за ним проследить. Причем осторожно. Может, он действительно к ней на встречу пошел. Угу. Моряк с обезьянкой. Еще одна золотая парочка. Что он делает? Трет на удачу, такая туристическая фишка. Дорогая обезьянка, прошу, не подведи меня. Завтра самый важный день. От того, как все пройдет, зависит моя жизнь. Ну и не только моя. Саш, теперь твоя очередь. Проходи, проходи. Говорят, работает, да? Можно? Черт, Юра опять все испортил. Он же профессор, ну, весь в науке. Бывает. Ладно, пошли. Главное, мы уже выяснили. Да-да. Надеюсь, мы его не спугнули. Ты нежная и хрупкая. Никому даже в голову не может прийти, что ты крутой детектив. Ну ладно, прям крутой. Просто люблю свою работу. Вот. Ты знаешь, какая сейчас редкость, когда человек на своем месте? Вот, например, я. Пока не начал экскурсии водить, я какую только фигню не занимался. Потом понял, все, хватит. И начал мир узнавать. Ну, в прямом смысле. То есть страны, историю, культуру. Да, это здорово. Я тоже очень люблю путешествовать. Где ты был? Ну вот, например, весь прошлый год серфил в Убуде на Бали. Да ты что? Мы с Юрой как раз туда собирались. Там, говорят, просто рай. Ну, это, знаешь, на картинке там рай. А на самом деле вне сезон просто жесть. Вот эти все белоснежные пляжи, они ну, буквально завалены горами мусора. Откуда? Из океана выносят, когда ветра начинаются. Чего только к берегу не прибьет. И среди всего этого хлама бродят несчастные серферы, доски свои ищут, которые в прошлом году вынесли. Находят?
Вот ты где. А я думал, ты провалилась. Да. Ну, это я так, образно. Все в порядке. Павел в курсе и готов нам помогать. Поздравляю. Теперь у тебя целая следственная группа. Ну, я, пожалуй, пойду. Все, спокойной ночи вам. До завтра. Чайка, чайка, я ворона. Прием, как слышно. Какая ворона соленая. Тихо, Юра, тихо, не надо привлекать внимание. Никто ничего не должен знать, кроме первого попавшегося гида. Юра, хватит ерничать. Он не первый попавшийся руководитель группы. В какой-то степени при исполнении. Исполнение чего? Дурацких розыгрышей, открыток и буклетов? Он проводит экскурсии по историческим местам. В какой-то степени твой коллега. Не ходячая энциклопедия, конечно. Но он даже не Википедия. Что-то новенькое. К работе ты меня всегда ревновала, а вот к мужчине впервые. Это не ревность, это анализ. Когда твоя женщина всю ночь гуляет с другим, значит, ты ей не больно-то ей нужен. Шикарный анализ, браво. Расскажи лучше, как вы с Виолеттой погуляли. С Клавдией. Клавдию ты где нашел? Виолетта фон Гиппель. Она же Клавдия Юрьевна Куренец. Училка немецкого из Заполярного круга. В поисках романтических утех. Короче, обычная одинокая тетка. Новая легенда? Думаю, это правда. Мне даже жалко ее немного, если честно. Я сейчас не поняла ничего, что она главный подозреваемый сейчас. Она и Евгений. Саш, я больше не хочу ни за кем шпионить. Куда ни сунемся, одно чужое белье. Некрасиво и неприятно. Угу. Здорово. То есть ты больше не хочешь мне помогать. Я думала, мы напарники. Да, напарники. А я тебя только в качестве напарника интересую. Юр, ты не видел мой второй ботинок, а? Он на тебе. Это первый. Тогда не знаю, кто из нас специалист по розыску. Юр, ну хватит злиться. Сегодня мой розыск в любом случае закончится. И что начнется? Сообщение пришло, прости. Ничего себе. Представляешь, оказывается, парочка раньше оставляла эти послания. Смотри. Новосибирские грабители оставили кота цветок лотоса, в Казани терновый венок, в Питере попугай букет васильков, а в Сочи вообще летучую мышь. А старший оперуполномоченный Андреева оставила в Калининграде левый ботинок. Спасибо. Ты понимаешь хоть что-нибудь? Ну, так сразу нет. Могу подумать. Подумай, пожалуйста. Сейчас пришлю тебе сообщение. Доброе утро. Доброе. Саш, опаздываем на соленых ворон. Нам еще сегодня грабителей ловить. Давай, не задерживайся. Извините. Вот это я понимаю, напарник. Его и просить не надо, даже звать не надо. Сам бежит впереди паровоза. Юр, не начинай, а. Ну, перестань. Оген, ты джентльмен, ты первый пробовает. Ну, какая гадость. Я уже чаю с этим упрямым ленивцем, ну или как там, ну, в общем, с творогом. Отлично, нам больше достанется.
Всем приятного аппетита. Спасибо большое, вам тоже. Данке еще. А как этих ворон ловят? Стреляют, что ли? Динамитом гошт. Наташ, ну почему это обычная курица? Откуда вы знаете? Это у нас все знают, только туристы на эти байки ведутся. Тоже мне карася из порося. Чего? Мне просто интересно, а чудо Костя потащился на экскурсию? Он же сам мог все показать Наташе. Официант! Для меня? Ну ты шутник. Да я зум до этого. Дурачка себе строит. Мы-то с тобой понимаем, да? Мне кажется, вы немного увлеклись. Не пора ли продолжить экскурсию? Прошу прощения. Итак, друзья, побыстрей расправляйтесь со своими воронами. Нас впереди ждет прогулка по танцующему лесу и поездка на дюны Эфа. У меня такой Отелло. Ну почему Отелло? Скорее Кело, старый, мудрый. На Куршской косе можно увидеть хвойный лес, стволы которого петляют причудливыми зигзагами. Этот лес называют здесь танцующим. Трудно представить себе причину, по которой деревья танцуют подобным образом. В общем, Куршская коса – это еще и очень загадочное место. Давным-давно в этих местах охотился молодой прусский князь Барти. Вот представьте себе, что я этот князь, я еду на звук музыки, а на лесной полянке стоит самая красивая девушка на свете. Она играет на лире. Я, естественно, влюбляюсь в нее с первого взгляда. А она говорит: я не выйду за тебя замуж, пока ты не примешь христианство. А я говорю: ты докажи, что твой бог сильнее этих деревьев. Она начинает играть, и деревья начинают танцевать под ее музыку. Вот есть сила любви. Здесь не поют птицы. Практически не встречаются животные. А деревья изогнулись в самых причудливых формах. Виолетта, сфотографируйте меня вон у того дерева, а потом я вас сфотографирую. Евгений! Евгений, вот, пожалуйста, по тропинке. Саша, а помнишь, фотограф посоветовал нам найти дерево и загадать желание? Давай сгадаем. Давай. Ты письмо посмотрел? Не понравился мне этот Костин карп на тарелке. Из той же серии, что все эти коты и голуби. Карп ничего не значил, в отличие от голубей. Ну смотри, грабители похитили 6 камней. Рубин, жемчуг, сапфир, топаз, агат, изумруд. Каждому камню соответствует своя планета Солнечной системы. Рубину – Марс, жемчугу – Луна, топазу – Меркурий. Янтарь же символизирует Солнце. Значит, все-таки зашифрованное послание. Получилось? Смотри, а вот так я могу. Еще средневековые астрологи разработали систему соответствия планет с животным миром. Наверное, так Венере соответствует голуби, Сатурну летучие мыши и там, так далее по списку. То есть выходит, что в Москве похитили с невесты этот изумруд, подбросили нам голубей. Какой-то у меня умный. Ну, зато старый. А вот Костя, кстати, умом не отличается. Шутки слишком плоские. Помогите! Он повышен! Скорее! То есть, не моя просьба, не предубеждение о том, что нельзя сходить с тропы, для вас не указ. А то, что от танцующего леса ничего, кроме ваших глупых фотографий, не останется. Это вам все равно? Ну какого черта вы сюда полезли? Я не знаю. Но я хотел на память. Ну, помогите мне вылезти. Извините, это я его попросила. Спасибо. Давайте, пойдемте, здесь нельзя находиться. Все, давайте, в автобус идите уже. Идите, идите. Евгений, я бы тоже вычеркивала. Для неуловимого грабителя он уж слишком неуклюжий. Ну, или вид делает.
Да он как-то слишком травмоопасно делает вид. Сначала чуть не разбился, сейчас... Вы опять со мной не согласны? Вам бы я вообще посоветовал заняться своим непосредственным делом, а не просто байки людям пересказывать. И взять хотя бы этот лес. Ну почему деревья танцуют? Это же так интересно. А есть несколько научных версий, ну, не считая вашей волшебной лиры, конечно. Некоторые ученые, например, считают, что это из-за сильного ветра, перепадов температуры, особенностей почвы. Другие, что это насекомые погнули деревья. Если это интересно, конечно. Юр, мне интересно. Я вижу. Юр. Юра! Профессор опять обиделся? А чего такой серьезный? Ты тоже хорош. Из чего мы вдруг начали секретничать? Они, это может спугнуть преступника. А, все, я понял. Я понял. Я буду теперь соблюдать... Да, пожалуйста. ...конспирацию. Юр! Юра! Прошу вас, занимайте места. Я понимаю прекрасно, что все устали, но есть возможность немного отдохнуть, пока мы не приедем в веревочный парк. Галина, как вы себя чувствуете? Мы хорошо. Не волнуйтесь, пожалуйста. Только на эту веревку я не полезу. Можно? Я лучше в автобусе отдохну. Конечно, это Спасибо. Правильное решение. Так, все сели, да? Ну, значит, я могу продолжить нашу экскурсию. Но поскольку есть мнение, что я достаточно фривольно обращаюсь с некоторыми историческими фактами, а некоторые вообще могу не знать, то вот хочу предоставить слово настоящему специалисту, профессору истории. Прошу. Думаю, вы справитесь, коллега, я верю в вас. Спасибо. Очень ценю ваше мнение. Перестаньте уже. Лагорский веревочный парк включает в себя 4 трассы, положенных по мере возрастания их сложности. Проходим за мной. Для тех, кто не знаком с подобного рода аттракционами, сразу скажу, что безопасность здесь на самом высоком уровне. Ты сама конструкция страховочного кольца даже при желании не позволит вам отстегнуться от страховочного каната, который идет вдоль всей трассы. Товарищ гид, а бывают желающие отстегнуться? От некоторых шутников совершенно не знаешь, чего ожидать. Пойдемте за мной. Эрги! Пойдемте. Ну, подходите. Пойдемте, пойдемте. Ди правда, флорист? Это так романтично. Угу. При помощи цветов можно передать настроение, чувства, идеи. Особенно, если не знаешь, как сказать этого открыто. У каждого цветка есть свой скрытый смысл. К примеру, обыкновенную фиалку. Белый цвет – это всего лишь скромность. А вот синий символизирует верность. Эрги, пойдемте! Слышал? Пойдемте! Он в символах разбирается. У меня больше нет желания подслушивать чужие разговоры. Я тоже не подслушивала, просто они громко говорят. Догоняй! Оген, может быть, не нужно. Но вообще я не против рискнуть. Ви вот мой герой! Ну, а ты чего, боишься? Еще чего. А сам? А я уже. Ага. Вундеба! Профессор тут высочканул. Слушай, что ты мне нужно? Вы же совершенно разные.
Это не твоя территория. Понял. Молчу. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Еще не хватало. Евгений, Евгений, вы как, живы? Да все хорошо, я просто полежу чуть-чуть. Как это произошло? Трос не мог порваться просто так. Все в порядке? Все, все нормально. Вы уверены? Все, все хорошо. Скоро? Точно? Да. Приезжайте скорее. Спасибо. Понимаешь, что получается? Кто-то решил подстроить ему несчастный случай. Зачем? Может быть, он видел что-то или слышал. Сам того не знаю. И они решили его убрать. Так, спокойно. Евгений! Евгений! Слышите меня? Скажите, когда вам инструктор выдавал снаряжение, он его проверял? Кто вам вообще дал этот трос? Костя! Костя! Так, сейчас я все выясню. Дайте ваше видео, пожалуйста. Дайте, дайте. Вот гад какой, а. Получается, мне бы еще и отвечать бы за него. Кто он вообще? Да вон огородами. Я сейчас ему шею сам сверну. Стоять! Кто сказал? А ну стоять! Ой! Кто не сказал? Кончайте спектакль. Вы хотели получить страховку за несчастный случай, так? А как вы узнали? Ну, это было несложно. Вы так отчаянно занимаетесь членовредительством. Рассказывайте, что случилось, только не надо врать. У меня жизнь рухнула. Я цветами занимался, пока не встретил одну женщину. А дальше как в песне. Я ей миллион алых роз, взял кредит, даже квартиру заложил. Она когда поняла, что у меня ничего нет, я перестал ей быть нужен. Это вы хотели с ней приехать сюда? Я до последней минуты ее ждал. Думал, она на самолет опоздала. Даже другой рейс дождался. Она даже трубки не берет. А мне из банков звонят. Спрашивают, когда кредит платить будете. А мне нечем. Это все отлично, конечно. Но вы понимаете, что если бы с вами что-то случилось, в суде отвечать должен был бы я. Мне очень жаль, но мне придется исключить вас из нашей группы. Не надо! Я лично прослежу, чтобы он больше не наделал глупостей. Виолетта, а что с вашим акцентом стало? Не только у вас есть маленькие тайны. Да черт с вами. Ладно, пойдемте, нас уже группа ждет. Что? Ногу подвернула. Так, давай, сейчас. Ну, давай сюда. Не надо. Тихо. Оставь меня, пожалуйста. Прекрати. Паш. Да прекрати ты. Саша, я тебя сейчас до автобуса донесу. Ну все, спасибо. Ставь. Ну ставь. Ну вот, все в порядке? Да. Точно? Спасибо тебе. Сейчас. Ну что ты, я бы тебя на руках так носил бы. И носил. Да. Ну это уже лишнее. Если будете заказывать цветы из Голландии, я могу составить приветственное письмо. Им будет приятно.
можно рассчитывать на рабат. На что? На гешефт. Я воль. Да все в порядке, правда. Не поняла, Юра, а ты куда собрался? В Москву. Если хочешь, поехали. Ты с ума сошел? Из какой-то дурацкой ревности вот так все бросить в одном шаге от цели? Какой цели, Саша? Я так понимаю, цели сохранить наши отношения у тебя нет? У меня нет, а у тебя есть, значит, да? Ты же сам собирался меня бросить, когда мы вернемся в Москву. Неправда. Я вообще не понимаю, зачем ты со мной поехал. Я беспокоился за тебя. Не хотел отпускать тебя совсем одну, хотел защитить. Я теперь вижу, что никаких грабителей здесь нет, зато появились новые защитники. И я как бы оказался совсем не нужен. Говоришь ты со мной только о работе. Саш, может, действительно для тебя слишком старый и скучный? Саш! Саша! Короче, выбирай. Я все знаю. Подожди одну секунду, пожалуйста. Я только что слышал, как Костя разговаривает по телефону, очень нервничал, спрашивал, все ли готово к операции, ты понимаешь? Ну, классно. Одну секунду. Юра! Юра! Да ну никуда он не денется. Зато у нас все на мази. У нас до музея янтаря осталась только одна экскурсия в поселок Янтарный. Ну, преступники-то у нас теперь под колпаком. Да, конечно, спасибо. Саша, тебе спасибо. Правда, это была лучшая экскурсия в моей жизни. Это правду тебе говорю. Аккуратней. Друзья, обычно после шторма на берег выносит огромное количество янтаря. У вас есть уникальная возможность найти его самим. Ищите внимательнее, не волнуйтесь, всем хватит. Прошу, ищите. Кость! Костя, ты куда? Саш, смотри, посмотри, как Костя нервничает. Давай так, я его беру на себя, а ты отвечаешь за Наташу. Может, вы объясните, что происходит? Спокойно! Ничего не понимаю. А вот и доказательство! Кольцо с бриллиантом! Пока не согласишься выйти за меня, нас не расцепят. Ты сумасшедший! Обещаю я тебе, как только мы поженимся, я стану как все. Да, ребята жгут. Саш, ты чего такая грустная? Невероятно, что ты согласилась. Я так смотри, счастлив. Я тебе янтарь нашел. Уедем с тобой в свадебное путешествие. Хочешь? Спасибо. Куда-нибудь подальше. Настоящее море. Да. Я знаю, такие места райские. Я сделал это. Ура! Друзья, все в автобус. Впереди нас ждет кульминация нашего тура. Музей янтаря и уникальная коллекция из Доминиканы. Прошу! Ребят, шары заберите. Ну что, думаешь, что проиграла? А еще какие-нибудь идеи есть? Думаю, что Юра был прав. Я полная дура. Нет здесь золотой парочки. Зато есть я.
О, молодой человек. А я ведь вас жду. До керотипа ваши готовы. Ну как, загадали желание? Одно на двоих, а? Да нет никаких двоих. Не судьба. Ну-ну-ну-ну, это все зависит от вас. Вот посмотрите, посмотрите, какая золотая парочка. Мне нужно срочно попасть в музей янтаря. Вопрос жизни. Права есть? Конечно. Тогда вперед. Судьба ждет вас. Спасибо. Спасибо! Выходим, пожалуйста, побыстрее. Выходим, не задерживаемся, не разбегаемся. Обратите внимание, городские ворота Дордона, постройка 1803 года. Пожалуйста, проходим в музей янтаря. Быстрее, быстрее, друзья. Не отстаем. Скажите, а вы давно в Колебалсе работаете? Лет 7 уже. Я так и думала, вы отличный водитель. А Павел классный гид, вы все время с ним? Первый раз с ним работаем. Ему эту экскурсию как пробную дали. Зайдем внутрь помещения, и там, пожалуйста, вы сделаете все свои мероприятия. Саш, а ты чего тут застрял-то? Маме хотела позвонить. Связи нет. Пойдем. Пойдем. Потом позвонишь. Пойдем. Заходим, заходим, не теряемся. Рюкзак откройте. Проходите. Рюкзак откройте, пожалуйста. Так, это что такое? Понятия не имею. Пожалуйста, проходим в следующий зал. Перед вами экспозиция, на которой представлено все разнообразие цвета янтаря. Вы видите, какое огромное количество этих цветов. И желтый, и темно-желтый. Иногда даже с крапинками коричневого и серого. А иногда даже и до бордо доходит цвет. Ну и самый дорогой – это белый янтарь. И называется он королевский. Ребят, вы теряете время. Говорю же, я следователь из Москвы. Меня подставили. В вашем музее готовится ограбление. Да в курсе. Нам уже позвонили. Ну тем более, а вы ерундой занимаетесь. Там во внешнем кармане есть удостоверение. Тут нет ничего. Этого еще не хватало. Так, звоните в Москву в управление полковнику Зотову. Звоните в полицию, они должны быть в курсе. Вы? Нет сети. Только экстренно. Уже глушилки поставили. Надо срочно перекрывать, блокировать все выходы и вызывать наряд. Золотая парочка уже внутри, они в любой момент могут пустить газ. Ну, это этот, что ли? Я не знаю, как они могли протащить еще. Ну делайте уже что-нибудь, что вы стоите, ты елки-палки. Спокойно, сами разберемся. Пожалуйста, проходим в этот зал. Пожалуйста, пожалуйста, побыстрее. Перед вами... можно сказать, почетный гость нашего музея. Это самый дорогой экспонат из Amberworld Museum Санто-Доминго. Этот янтарь достаточно молодой. Ему менее 40 миллионов лет. То есть практически ровесник нашего, балтийского. Это только на первый взгляд. Доминиканский янтарь
особенно цветной, уникален по своей прозрачности и многообразию инклюзов. Это такие... Ой, простите, чего? Инклюзы. Это такие включения в янтаре. Вот, например, сейчас я вам расскажу. Что такое? Вам плохо? Да что началось? Помогите! Да, 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 да. Да, кто-нибудь, пожалуйста. Тихо, 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 тихо. Не бойся, девочка, и все будет хорошо. И давай смотри на меня и выдыхай носом. Медленно. Так, ртом выдыхай. Носом выдыхай еще раз. Вот, молодец. Так, вдыхай. И выдыхай. Я же говорю, это ограбление. Дом выдыхай. Дышай, скоро уже едем. Вот, вот так. Хорошо, дышай. Отпустила. Пустите меня туда. Я же знаю, ну. Давайте я вам помогу. Да не надо. Давайте. Не надо, не надо, доставай. Ну, что за меня про выставку? Расскажите. Конечно, конечно. Приезжайте. Спасибо большое. Спасибо тебе. Прости, что отпустила. Это я виноват, бросил тебя с этим сопляком. Давно ты его раскусила? Еще вчера, когда он про Бали рассказывал. Слишком много несостыковок. Сезон ветров гораздо позже. Убуд этот вообще не на море. Я не могла тебе сказать. Да, я понял уже. Мне следовало сразу догадаться, что он специально меня провоцировал. А я психанул и уехал, как старый дурак. Прям как он хотел. Ты не старая, вот этот драндулет явно уже в летах. Пока мы разгонимся, они уже в порту будут. Оттуда море, мы билеты уже, скорее всего, купили. Порт? Значит, они идут в порт. Порт — это другое дело, я знаю короткую дорогу.
Не дергайся! Отпустите! Он ничего не знал! Стоишь, думал, смирно! Что я правда беременная! Он вез меня в больницу! Отпустите его! Не слушайте ее! Она не хотела, это я ее! Уводи я его! Я ее заставил! Да. Ее отпустите! Тихо ты, пошел вперед! Давай проходим! В машину его! Все, поехали! Прям золотая парочка. Но ведь и правда, похоже, любят друг друга. Я не про них. Да, мам. Ты даже представить себе не можешь, насколько все хорошо. Почему сирены гудят? Это в нашу честь. Я люблю тебя. А у нас рейс задержали. Здравствуй. Здрасте. Ну что, поздравляю тебя, Александра. Вся в отца. Спасибо. Здоровья. Как ты ее терпишь? Я ей горжусь. А вы, Борис Михайлович, на допрос приехали? Да, нужно разочек допросить, пока федералы не нагрянули. Ну что там, как там наша парочка? Дают показания, выгораживают друг друга как могут. Такая вот бандитская любовь. Ну, это понятно. Ладно, я побежал, вы тоже бегите, у вас все-таки отпуск. И с любовью своей разобраться надо. Мы вроде как разобрались уже. Дадите мне отпуск на месяц? Да ладно. Медовый. Вот это новость. Я вас поздравляю. Счастья вам и хорошего медового месяца. Спасибо. Хорошо отдохнуть вам. Спасибо. Все, полетел. До свидания. Давай. Александра! Через 10 дней, чтобы была на работе. Будет сделано. Ну что, 10 дней это в принципе не так уж и мало. Куда полетим? Ну, какая разница? Только вот без сотовых телефонов и без грабителей. Ну, почему? С грабителями даже как-то веселее. Пойдем.